Всем привет! Сегодня на самом деле воскресенье, я делаю свою первую и, возможно, последнюю прогулку в воскресенье в этом году. Скоро сезон охоты, 30 сентября, потом здесь у нас заморозки. Я сегодня боролась с собой, пойти или не пойти, как я делаю каждое воскресенье, пойти прогуляться или нет. И все-таки выбралась в 11 часов. За 20 минут дошла. Видите, солнце, 17 градусов обещает. Я проходила мимо одного из градусников, он показывал 14. Солнышко, солнышко. Пойду посмотрю, есть ли грибы. Правда, там не грибное место. Но. Возможно, посмотрим. И дождей не так много было. Осень на дворе, листья. Вообще здесь считается, что лето заканчивается в 20-х числах сентября. Ну вот уже настоящая осень. Завтра октябрь. Первое. Не только одна я гуляю. В лесу же пахнет сыростью и прохладой. Вон там пацаны. Здесь спортивный комплекс рядом. Красят свои... Делают граффити, то есть почему-то обновляют. Скорее всего, их поймали на этом, и теперь они в воскресенье это официально обновляют. В этом же спортивном комплексе будут через 2 недели... выборы. Но это не только, это старый ангар. Комплекс новый построен. Выборы будут в местные советы. Раньше все время голосовали в школе, но один из депутатов из местной власти, заядлый спортсмен, или пытается быть им. И вот он решил, видимо, его легкой руки выборы будут теперь в спортивном комплексе, а не в школе. Обычно не выборы, а проходить голосовать. Холодно, в такую погоду обычно грибов здесь нет. Ладно, посмотрим. Но вообще-то прогулочные тропы я пойду самым тяжелым путем к моей любимой сторожке. Там поляна. Ну, посмотрим, проверим. Грибами не знаю. Пахнет сыростью и холодом. Запечатлею хоть один грибок. Не думаю, что он съедобный. Мне встретилась поганка мелкая. И вот уже сколько прошла, это второй гриб. Но у дороги. В общем, грибы должны быть, но не у дороги, конечно. Здесь специально срезали растительность, чтобы люди ходили, искали грибы, смотрели. Потому как лазить по кустам никому не охота. Шутка, конечно. Но здесь должно быть что-то. Мох такой. Что-то мелкое и худенькое. Ну пусть растут малыши. Тут в гору. Вот еще небольшая грибная семейка. Ежевика. Одна засохла, другая еще не доросла. Но здесь все время тень. Вообще очень мало видела людей, собирающих ягоды именно. Грибы еще собирают, а ягоды... Сливается, даже не вижу через камеру. А ягоды нет, но как-то 2 недели назад мы с сыном, сын водил машину, и смотрю, собирают ягоды. Мужчина, женщина, наверное, это скорее всего наши люди. Вот сколько ее. Вот это засохшее все. Наверное, она уже отошла. Моя любимая сторожка не была здесь ровно год.
как закончила свои прогулки, по-моему, в октябре прошлого года, так и не была в этом лесу. Первый раз, и не думаю, что я скоро выберусь. Грибы, ну, видимо, есть, но не здесь. Вообще, по этой дороге я грибов сильно не видела, но если вглубь пойти, то наверняка будет. Ух ты, за год здесь изменилось немного. Во-первых, смотрю, чистенько. Чистенько. Для сторожки в лесу. И вот здесь появились надписи. Вот это переводится как «Уважайте чистоту места». То есть не сорите. А вот здесь Рене Магато Дит Петит Петинуар. Я думаю, что это имя и фамилия какого-то человека, которого также называют маленький черный. Но это черный. Здесь как-то все и чище стало, и дверь не висит. Я все боюсь, не дай бог, ты сюда придешь и найдешь что-нибудь. По-моему, что-то обновилось, конечно, здесь. Но чисто стало. Ну и дверь повесили, по-моему, на новые штыри, может быть. Не недавно, но они новые. Приятно. А земля, видите, какая сухая. Здесь, наоборот, солнце падает, и так же грибов сильно не должно быть. Пойду посмотрю сюда. А небо синее-синее. По-моему, завтра дождь обещали. Но не сегодня. А здесь выгорел вон как папоротник. Это на возвышенности, кстати, здесь ровненько, хорошо идти. Я никогда здесь не ходила. Это уже дальше за сторожкой. Хорошо гулять, ровно, ни в гору, ни с горы. Пойду немного пройдусь сюда. Здесь, конечно, хорошая дорога, но я все дальше углубляюсь в лес. Сухо. Машина может здесь пройти, конечно, но нельзя. Только лесникам, скорее всего. Ну и грибами здесь вот не пахнет. Сухо. Никак не могла сфокусировать ягоды. Бытует мнение, ну почему их не берут? Потому как лисы на них испражняются. Но грибы как будто не испражняются. Почему так? А грибы собирают здесь больше. И вот такой грибок, чудо чудное. Ух ты, а с этой стороны я не видела. И не смотрела. Здесь что? Страшно немного. Я знаю, что есть дикие звери. Может быть, не у самой дороги, но они есть. Кабаны здесь должны быть точно. Так выскочит из кустов. Там еще собачатники ходят. Хотела речку заснять. И люди сидят. Ну что ж, прощай, сентябрь.